ходе операции управления муниципального контроля 8 несанкционированных торговых точек, появившихся в течение последних суток вблизи спуска на пляж «Высокий берег», были демонтированы. С их продавцами, собственниками муниципальные контролеры провели разъяснительные беседы. В итоге участок набережной очистился от незаконных прилавков. Эту точку или вы ее вывозите сами, или мы сейчас решение административной комиссии, она уедет на штрафстоянку. Поэтому, пожалуйста, сейчас решить вопрос, эта точка должна быть демонтирована. Самовольно точки никакие не устанавливаются. Любые вопросы решаются все по поводу установки с управлением торговли. Как сообщает управление муниципального контроля, с начала лета силами администрации выявлено порядка полусотни незаконных торговых точек. Больше 30 снесены. Помогает наведение порядка, налаженное взаимодействие с правоохранительными органами. Глава Анапы Сергей Сергеев потребовал от муниципальных служб всю набережную поставить на особый контроль и ежедневно выявлять и пресекать там факты незаконного предпринимательства.